Да зашибись, смешно. Котята 4 месяца. Деньги. Котята маленькие 4. Это пипец просто. Когда? Я не поняла, все здесь были. Никто даже не заметил, что и когда. Ну, что за твари, блин? Я не знаю по-другому, как это сказать. Это просто жесть. Это тоже что-то. Целая коробка денег, да? Ну-ка. Вот кто это сделал? Мне интересно в лицо глянуть этому человеку, блин. Ну-ка. Как так? Я ничего не помню. Мы только что были здесь. А денег-то, ёпрасоте. Миллиард. Валентина, моя мама спасала этих кошек. Они все знают лоток, все здоровы, ласковые. Вы простите нас, что мы так поступили. Наша мать живет в хосписе. У нее 4-я стадия рака. В квартире и в доме она собрала 57 кошек. Старых и инвалидов мы забрали между родными. Мы оставили 28 кошек. Мать, когда-то вам помогала, приезжала в ваш приют. Она сказала, что доверяет только вам. Мы с сестрой будем вам каждый месяц переводить деньги на корм. Простите нас, что так поступили. Оставляем 1500, еще переведу вам. Вашу ж мать, а? Вашу ж мать! Это пипец. Один огромный ящик, второй ящик, третий ящик, 4 ящика кошек. Господи! Ну, чтоб вам зачлось. Я не знаю, куда это все девать. Я вообще не понимаю, куда это все девать. У нас приют практически собачий. У нас почти 3000 собак. Кошки у нас тоже есть. Они живут в маленьких бытовках. Условий нет для содержания кошек. Мы не можем брать себе кошек, тем более котят. Ну что, готовим голубятню. Готовим голубятню, моем для котят. Вот, вымыли уже все, добываем. Вот честно сказать, мы вот сейчас готовим голубятню, вот принесли уже миски, подстилки. Только я отсюда убрала щенков, у нас тут щенки сидели, они выросли. Вот только я убрала. Я хотела сюда маму посадить, но она сидит в маленькой клетке, мама с щенками. Я хотела, готовила это для мамы. Только убрала, привезли вот этих котят. Тихо, подло, мерзко поставить вот так вот втихаря кошек возле забора и молча тихо уехать. Это вообще каким нужно быть человеком, чтобы так сделать? Вот смотрите, пока мы все это делали, видите, запотело как уже. Сейчас я распаковываю, будем считать, распаковывать кошек. Я что хочу сказать, в следующий раз, когда вы мне будете звонить, не спрашивайте у меня, почему я такая злая и грубо разговариваю. Вот именно по вот этой причине. Смотрите, как тут горячо. Бедные кошки тут задохнулись уже нахрен. Вот, смотрите, рыжий кот. Глаз течет один. Итак, тут у нас плотненько. Раз, два. Видите, как дышу? Три, четыре, пять. Шесть кошек здесь. Нет, раз, два, три, четыре, пять. Здесь пять. Что, мои хорошие? У всех текут глаза. У всех вот, вот я вижу. Этот ничего. Давай, мой сладкий, давай. Давай, выходи. Выходи. Один пошел. Так, еще. Кошечка. Худые. Кошечка. Иди, мой хороший. Ну, вот смотрите. Вот я сейчас хотела их привить, но я не могу даже их привить, потому что у них текут глаза. 4, 5. Коробка 2 тоже, видите, уже запотела, пока мы готовили. Коробка 2. Вот так вот у нас избавляются от животных. Приют, который не получает никакого финансирования от государства, ни от администрации. Прут просто в наглую. Даже без звонков, без предупреждений. Это взрослые у нас. Привет, 4 штуки.
4 взрослые кошки. Кошки напуганы, конечно, все в шоке. Коробка 3. Коробка 3 у нас. Тоже запотела вся. А если бы никто не вышел до вечера? Здесь кошка одна. Здесь одна вот такая кошечка. Так, это 4-я коробка у нас и последняя, на которой было написано котята. Ногой, одной рукой. Здесь у нас двое. Двое. Нифига не котята, конечно, они. Это не котята. Это взрослые тоже. Вот это кошка. Ну, теперь, друзья, посмотрите. Итого у нас. 10, 11, 12 штук. 12 несчастных. Больных, я замечу. Больных. Больных котят и кошек. Которые не стерилизованные, не кастрированные. Да? Вот так вот. 1500 не забыли оставить, конечно. Так, ну что, поставили еду, воду. Пока пару лотков, ломик, лежанку. И, ну, вот это вот то, что было для голубей. Вот такие вот. Они тут разбрелись, делали полочки им. В общем, пока так, ребят. Но, смотрите, ночью уже холодно. Сейчас еще более-менее. Скоро у нас морозы. У нас уже сентябрь. Середина сентября. То есть кошек надо будет куда-то девать. Куда? Непонятно. Мяу, скажи мяу, да, кис? Привет, кис. Привет, кис. У тебя такие глазки зеленые, красивые, да, да. Мяу, 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 мяу. Кошка первая с котятами пришла кушать. Только двое пока смелых. Там у нас, значит, еще. Ку-ку. Еще кошка принесла. Слава богу, кошки контактные. То есть не дикие, не трусливые настолько. Здесь вон двое сидят, спрятались. Немножко побаиваются. Конечно, все на стрессе. Понятно, что на стрессе все. Значит, общее число у нас 12 кошек. 12 кошек. Здесь еще никто не освоился. В общем, люди, может, кто-то хочет спасти, взять кошечку, приезжайте. Где рыжие котята? Что-то я вот не вижу. Рыжие еще был котенок. Куда они там все попрятались-то? Короче, все здесь где-то спрятанные. У тебя тут нет рыжего котенка? Не вижу. Маленький уже пошел кушать. Ну так вот, ну так вот. Мы, значит, разместились в голубятне среди кучи собак. Вот, чтобы вы понимали, кругом собаки, вольеры. Вот здесь вот у нас разместились эти кошки. Отпустите у себя дома, я не пойму. Чего вы их здесь отпускаете-то? Зашибись, что дети? Нет, вы нормально выкрутились, а вы просто возле приюта сейчас выпустили маленьких котят под машину. Сейчас он к вам в машину залезет. Ничего, женщина, вы соображаете хоть чуть-чуть? Вот вы приперли, что дети? Ну, вы приперли просто их, вы где? Ну, говорите, что?
Ну? На камеру снимаете? Да, на камеру, конечно. Да. Конечно, а я, как вы хотели? Я, кстати, смотрю все ваши ролики. Молодцы. Ну вот. Ну и чего? Куда вы дели котенка-то? Где котенок? Мне просто нет слов. У вас нет слов, а у нас есть. А зашибись, идите, идите, пора. Для чего вы тогда пишете, что привозите? В интернете. Где мы пишем, что привозите? Вы что, издеваетесь? Где написано такое? Ну, покажите мне. Покажите мне. Покажите мне. Где? Идите, да. Зайдите сейчас сюда и со мной поработайте здесь. Пойдемте. Давайте. Закрывайте. Закрывайте, пойдемте убирать кошек. Пойдемте убирать сейчас вместе со мной. У меня уже спина отваливается. Вы так красиво в интернете и так далее. Где мы пишем, что? Мы пишем, придите, помогите. В интернете вы пишете. Придите, помогите, да. Мы пишем. Они, придите и принесите нам. Они где мы писали, читают. Придите, принесите? Что вы ездите за что? 200 километров? За какие вы нахер 200 километров? Сбитых кошек собираете. Что вы каких? Где, мы, где я ездила куда-то за 200 километров? А вы полистаете свой интернет? Листаю. Посмотрите, что вы пишете.